Отже, це новини із Чернігівщини, зокрема міста Чернігова. Далі з нами на зв'язку людина із сусідньої країни, яка межує з Україною, з Чернігівською областю. Зенон Позняк, дисидент, білоруський політик і громадський діяч, один із засновників Білоруського народного фронту «Відродження». Пане Зеноне, моє вітання. Добрий день. Я у вас хочу, напевно, спитати першочергово про те, чому ж Білорусь, мається на увазі білоруське військово-політичне керівництво, не долучилося повноцінно до рашистської війни проти України. Так, білоруська влада надає аеропорти для виліту ворожих літаків. Фактично, з її території дозволила заходити на територію України російським військам, але саме Збройні сили Білорусі, принаймні масово, не долучилися. Що зіграло у цьому ключову роль? Зіграли два фактори. Першее, что практически весь народ Беларуси супротив войны и не уявляя, что он будет воевать с Украиной. Это полный абсурд. И Лукашенко это ведает. Другий момент, что войско так само не хочет воевать. Нема никакой мотивации, никакого тлумачения. И уволь это дикость, что некто из белорусов будет воевать супротив Украины. И Лукашенко это ведая. Тому, не глядячи на то, что Путин его примушает, и он старается сопротивляться тому, что отчувание у его называют политической скотиной. У него развита интуиция, что когда он перейдет этот Рубикон, то его могут просто снести. И он этого боится. То для его головная коштовность – это улада. Для его не существует ни нация, ни культура, ни белорусский народ. Абсолютно. Это человек, деле влады, здольный, он это доказал, сдать все. Но вот тут возникла такая ситуация. Вот. И как ни дивно, это абсолютный здрадник, будем так сказать, это ворог белорусского народа. Тем не менее, он повинен не крутиться и постараться застаться у Баку и чекать, покуль с Путиным станет дренно. Вот такая его политика. Что дотычить белорусов, ну, я вам скажу, мы зараз живем фактично в концлагере, потому что знищено все, вся громадянская супольность. Навод ахова птушек батьківщини, филателисты, все закрыто, 300 организаций. Людей хапают зондерн-команды просто на улицах. Те, кто удельничал в демонстрациях, кто неправильно опрануты, скажем, не те колеры. Тому вельми тяжко поднять голову. И тем не менее, у громадства голову поднимают. Вот учора нехорошая новина, подстрелили 3 наших партизан на чыгунцы, правда, все живые, але один тяжко поранены. Иде война, спаливают щитки, замыкают пути, как не пропустить российские войска на Украину. И не глядя на то, что на каждом перегоне стоит КГБист, у поветры день и ночь снуют дроны, видеокамеры, чыгунка вельми оховывается, и тем не менее люди идут на хвяры, идут на змагания. Это расширяется. И Лукашенко это бачит. Это бачат так само люди у войску. И они стоят на мяжеле, никто не хочет идти на Украину. Як, хоть бы, так сказать, русские чтоб не робили, покуль что ничего не отремлюется. А кроме того, офицеры у войску ведают наш заклик, что коли вас примусят пойти на Украину, то есть два выхода. Первый выход – повернуть зброю супроть оккупанту. Змагаться с русскими оккупантами, которые засели на Беларусь. И другой выход – это усими отделами сдаваться в плен, сдаваться украинцам и воевать на их боку. Іншого выхода у них нема. Ви так вичерпно відповіли на моє запитання. У мене було їх купа, але фактично от ви пройшлися по всіх по них, відповідаючи буквально по тому всьому, що я хотіла у вас запитати. Ще один момент. Ми тут бачили вже навіть відео зафіксоване відео, як російські мародери, які тікали у нас з Київщини, яких вибивали звідти. Вони хапали з собою все від телевізорів, завершуючи білизною жіночою. І відправляли це все з поштових відділень у Білорусі своїм родинам в Росію. Це, очевидно, розходиться так само і в білоруському суспільстві. Як до цього всього ставляться білоруси? Ну, зрештою, там достатньо сильні були ще настрої про братські народи, саме з Росією. От вони все це бачачи, як реагують? Значится, они отправляют свои нарабованные грузы, русские, через коммерческую почту. Державная почта белорусская, они не отправляют. Это вельми цікавый фактор. Белорусы, знаете, конечно, вельми критичное великое непринятие до этого всего. Они бачат, что это просто бандюги, злодеи, орки. И сопротивляются, как могут. Ну, например, они заказывают такси. Таксисты не хотят их вести. Не хотят их вести груз там, в Брянск, там, куда они там хотят. Некоторые таксисты навод робят так, что забирают их груз, забирают гроши и зникают. Супротивиться таким чином. Никто не хочет вмазываться в эту дрянь. Белорусы вельми шчыціпільныя до таких справ, и яны адчуваюць себе, что незадовольнение нарастае, и это адчувае Лукашенко, что до поры збан воду носить. И вот это мародерство, что они утворили, это лишний раз показало, что белорусам лишний раз показало, что за армия пришла и оккуповала их Украину. Что это бандиты, это орки, это бесы. И белорусы ведают, что здарилось в Буче, что отбывается в Мелитополе. И кропля за кроплей наполняется народным гневом. И я думаю, что далее оккупантам у Беларуси не будет никакой перспективы. Я думаю, что незабаве настане той час, когда они будут знесены и в Беларуси. Это час поступово наближается. Такое мое переконание. І ще, пане Зеноне, скажіть, а наскільки цим процесам, про які ви говорите, сприяють міжнародні санкції? Адже вони запроваджуються не тільки проти Росії, але й проти Білорусі. Це питання вельми болюче і складане. Те санкции, которые были введены до войны супротив Беларуси, они посприяли тому, что Лукашенко полностью пошел под домофор Кремля. Те санкции нельзя было увозить. Это абсурд, поскольку его открытые двери в Кремль. Вот он пошел под полное подпорядкование. И эти санкции довоенные посприяли тому, что русские увели свои войска в Беларусь. То, что накуповали краину. Это... Знаете, ну, будем называть это помылкой заходней. Хотя не думаю, что это помылка. Это певная политика. И у Беларуси русские смогли створить, и Лукашенко этому не эксприял, пророссийскую оппозицию. И вот эта пророссийская оппозиция, якая выставляя наперед Тихановскую, Латушку, вот они и старались, как такие санкции увели. И говорили, что Путин мудрый, что только с Россией у Беларуси может быть будущее, и так далее. И тут началась война. И вот теперь, когда началась война, вот эти санкции ничего нового не додают, но только умацовывают союз Путина и Лукашенки. Я еще хочу додать, что на Заходе меркуют так, что вот они уведут санкции супротив России, народу на России станет вельми тяжко жить, и они начнут выказывать незадовольнение, повставать супротив Путина, как Путина изменить, как вместе эту владу. Это великая иллюзия. Это свидетельствует о том, что Заход просто не разумеет, что такое Россия. Санкции, которые увел Заход супротив России, они консолидовали все российское громадство для Путина. 86% за Путина. Это негодяй, они против России, мы лучше всех. Вот такая реакция. И вот это неведение России на Заходе вельми небезпечное в этой войне. Потому что фактично Украина стоит на передовой позиции охови цивилизации. Зараз Україні треба допомогти. Треба допомогти, щоб вона могла змагатися супроти російської авіації, супроти російських ракет. Треба закрити небо, обов'язково. Коли це не буде зроблено, це можуть затягнути у довгий процес. А для Росії це вигідно, і вона буде шпуляти свої ракети, знищати інфраструктуру, знищати магазини, дороги на Україні і доводити до того, до чого довели Чечню. Це і є тактика. Захід... Нешта ён зразумеў, но в асноўным гэта не разумеў. Не хочуць пазбавіцца комфорту. І гэта мне найбольш трывожыць. Мне вельмі это трывожыць, тому што я просто добра ведаю эту маскоўскую палітыку, ведаю, на што яны здольны. І яны паказалі гэта ва ўкраіне. Для Захада это была навіна. Але я вам скажу, рускія заўсёды былі такія. І ў 19 стагоддзі, і ў 20 стагоддзі, і ў Чечні. Яны заўсёды былі такія. Це треба розуміти. Не Путін у гэтым вінаватий, не Путін створив диктатуру, а раби створили Путіна. Вот у чим справа. І тут один вихід зараз. Тепер є така можливість розправитися з Мордором. Но для цього треба мати політичну волю на Заході і розуміння небезпеки. На жаль, цього маловато. Пане Зеноне, у вас відчувається величезна мудрість. Я вас попрошу наостанок просто те, що ви хотіли б сказати зараз нам, українцям, українському народові, українським збройним силам, героям великим і маленьким. Перше, що я хочу сказати, це виразити велике спочування простим українцям, які загинули від бандитів і в Бучі, і в Маріуполі, и в других городах и вёсках. Это то, что отбывается зараз на Украине, это холокост супраць украинского народа. Это так есть. И вот я учора выступил с заявой до всех политиков, до державных деячов Европы, в тим ліку и Украины, подрихтовать документы и подать в Международный суд Организации Объединенных Наций об узбуджении криминальной справы об злочинствах супротив человечества. Только державная структура может это сделать. Я это не могу, никакая политическая партия это не сделает. Але это треба делать. Треба. У 1939 году, когда российцы напали на Финляндию, их выгнали из Лиги наций. А теперь они у Ради безопасности, они решают питание, кому жить, кому не жить. Но это ненормально, так не может быть. Абсолютно моя рация президент Зеленский, который сказал, альбо вы распускаетесь, альбо вы гоняете Мордора со своих родов. Так вот, выражаючи такое спочувание украинскому народу, я так само и выражаю обурение политиками на Заходе, которые не разумеют ситуацию, якая утворилась у Европе, якая может чекать их. Это первое. И другое, я подтримливаю украинский народ, який показав суди храбрості, який змагається за свою землю, не шкодує свого життя. І так само українських воєнних. І я думаю, що це основна сила, на чим тримається український народ. Вот этого не чакали орки. Они не чакали, что народ будет боронить сам себе. Так я жадаю, каб эта сила мацнела, солидарность мацнела, и жадаю перемоги над нашим агульным ворогом, каб мы разом с украинцами и с усім святовыми людьми сустрели этот святой день перемоги. Слава Украине! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Героям слава! Дякую вам надзвичайно за включення в наш марафон, за вашу мудрість, за бачення, таке глобальне бачення тих процесів, які ми нині переживаємо. Дай Боже вам здоров'я. Зенон Позняк – дисидент, білоруський політик, громадський діяч і один із засновників Білоруського народного фронту «Відродження». Ще раз дякую вам.